Привет, друзья, коллеги и особенно все участники замечательного конкурса Golden Time. С вами Александр Балбус, член Академии Грэмми, и с приветом из Чикаго. Хочу сказать, что мне приятно было поучаствовать в качестве жюри в вашем замечательном конкурсе. Приятно было прослушать все ваши работы. Хочу сказать, что вы все большие профессионалы, молодцы. Естественно, расти и развиваться, в этом нет предела. Только это добивается большим трудом и часами занятий. В целом, хочу вас поблагодарить за очень профессиональное исполнение. У некоторых друзей, коллег, у некоторых участников были такие моменты, как упоминала ранее моя коллега. Были не настроены инструменты местами, но уровень исполнения, техника и другие моменты, выразительность, характер исполнения были на высоком уровне. Что ж, хочу вам пожелать новых успехов, новых побед, всего хорошего в новом году. Принимайте участие в конкурсе Golden Time в следующем году. Развивайтесь всячески. Желаю вам любви, добра, успехов все-таки в вашем творческом плане. И всего самого хорошего. Привет из Чикаго и немножко хорошей новогодней песенки вам для всех перед Новым годом. Желаю всем добра, всего самого хорошего и с Новым годом! Всех разом витает.